Здравствуйте. Мне попросили решить такую задачу. Хочу обратить ваше внимание, что это достаточно интересная задача. Вообще-то она из категории аналитической химии. Но вот такие умные абитуриенты у нас, что они уже должны уметь решать такие задачи тоже. Итак, задача она у вас на экране, вы видите ее. При добавлении к 14 мл 0,2 малярного раствора серной кислоты 600 мл раствора калия OH, значение pH стало равным 2. Нужно вычислить малярную концентрацию раствора щелочи. Ну, поехали. Как мы делаем? Шаг номер 1. Шаг номер 1. Давайте с вами вспомним, что есть такая формула: количество вещества равно, если мы говорим о электролите, это малярная концентрация этого вещества умножена на объем. Вот отсюда и исходим. Давайте с вами найдем количество вещества серной кислоты μH2SO4. У нас, значит, концентрация кислоты 0,2 моль на литр. И объем равен 400 мл, это 0,4 литра. Литр на литр сокращается, то есть получается 0,2 на 0,4 моль. Я специально пока не рассчитываю это промежуточное вычисление. Дальше. Мы принимаем, шаг номер 2, мы принимаем, что серная кислота, являясь сильным электролитом, диссоциирует полностью, это схема диссоциации электролитической. Мы видим, что коэффициент здесь 1, а здесь 2, поэтому количество вещества ионов H+, в 2 раза больше, чем количество вещества H2SO4, это 2, я умножаю на это, на 0,2, на 0,4. Ну, тоже можно сказать, что это 0,16 моль. Это количество H+. Дальше. Третий шаг. Давайте напишем, пусть концентрация калия OH равна X моль на литр. Так, X моль на литр, тогда ню OH минус равно ню калий OH. Почему они равны? Потому что уравнение диссоциации вот такое. Коэффициенты 1,1. Значит, у них и количество вещества будет равным. Это равно C щелочи. Я умножаю на объем щелочи. C щелочи у нас X, а объем у нас равен 0,6. То есть это 0,6X моль. Правильно? 0,6X моль. Дальше. По условию задачи, четвертый момент, который мы должны принять внимание. У нас pH равно 2. А pH у нас вычисляется по формуле минус логарифм концентрации H+. То есть мы понимаем, что после реакции нейтрализации у нас кислота была в избытке. Значит, находим концентрацию H+, остаточную. То есть она у нас равна 10 в степени минус логарифм pH. То есть 10 в степени минус 2 это 0,01 моль на литр. Мы к ней еще вернемся. Это остаточная концентрация H+. Следующий шаг. Давайте с вами напишем схему реакции. H и OH минус. H+, плюс OH минус. Это H2O. Так? Мы видим, что здесь у нас единица. Здесь у нас единица. Все отлично. То есть получается, что у нас, мы понимаем, что у нас после реакции нейтрализации осталось в растворе H+, ионы. Значит, все OH минус, все ионы OH минус израсходованы. В процессе реакции.
у нас было 0,6 х моль OH минус, значит, столько же было израсходовано и H плюс ионов, потому что по реакции 1 и 1. Значит, на реакцию нейтрализации ушло тоже количество вещества, как и OH минус. Значит, обозначим дельта ню H плюс, это количество вещества H плюс, которое ушло. Оно равно ню OH минус и равно 0,6 х моль. А было у нас с вами, мы вот посчитали, 0,16 это, скажем так, нулевое значение, то есть начальное значение. Значит, получается, что у нас, шаг шестой, осталось H плюс вот столько. Ню нулевое H плюс минус дельта ню H плюс. И это у нас получается 0,16 минус 0,6х. Так. Вот такое количество. Вот такое количество у нас осталось. Но теперь это у нас молей. Это моль. Тут есть еще один очень хитрый момент. Внимание. У нас здесь-то моли, а здесь моль на литры. То есть мы должны перевести сейчас в концентрации эти моли. А как мы это сделаем? Мы должны количество ню разделить на объем. Только уже мы делим на объем итогового раствора. Ведь мы сливали у нас с вами два элемента. 0,4 литра и 0,6 литров. То есть суммарный объем оказался В кислота плюс В щелочи. И это 0,4 плюс 0,6. Это 1 литр раствора. Итогового. Здесь надо прям подчеркнуть. Итогового. Не начального, а итогового. Поэтому концентрация H плюс оставшегося равна ню H плюс оставшегося, деленное на объем уже полученного итогового раствора. Концентрацию H плюс оставшегося мы с вами нашли. Вот она. Это 0,16 минус 0,6х. Объем раствора это 0,4 плюс 0,6. Это единица. То есть у нас деноминатель равен единице. Значит, ничего не меняется в принципе здесь. 0,16 минус 0,6х, но это уже не моли, это моль на литр. То есть смотрите, с одной стороны мы с вами уже по условию задачи из pH нашли, чему это равна оставшаяся концентрация H+. С другой стороны, при помощи алгебры мы определили тоже, чему равна оставшаяся концентрация H+. То есть мы можем приравнять эти два выражения. Давайте с вами это и сделаем. Девятый шаг. То есть 0,16 минус 0,6х равно 0,01. То есть получается минус 0,6х равно 0,01 минус 0,16. И отсюда х равен 0,25. Поднимаемся сюда и видим, что х это концентрация калия OH. То есть то, что нас просят. Это есть ответ. Моль на литр. 0,25 моль на литр. Еще раз давайте пробежимся по условию, по решению. У нас с вами есть как бы две системы. Вот здесь вот у нас была кислота. Потом у нас здесь была щелочь. Нам известна была концентрация кислоты и объем кислоты. Мы перемножили и нашли ню кислоты. Так? Но кислота у нас двухосновная. Она диссоциирует, и поэтому число молей H+ в два раза больше. И мы это нашли. 0,16. Все. Это предварительные
расчеты, касающиеся стакана, скажем, химического стакана с кислотой до того, как мы слили эти два стакана. До того, как мы слили вот этот стакан с щелочью, у нас была концентрация С щелочи, мы ее приняли как X, и у нас был известен объем щелочи. Мы перемножили и также нашли ню щелочи. А поскольку у нас щелочь, концентрация щелочи равна концентрации OH минус, то таким образом мы определили и концентрацию ню OH минус. Вот нашли 0,6х. Дальше. Мы переходим к этой системе. Мы понимаем, что у нас на 1 моль H плюс расходуется 1 моль OH минус. Значит, а поскольку у нас pH стал равным 2, это на меньше 7, значит, у нас кислая реакция. То есть у нас в растворе преобладают H плюс ионы. А это означает, что все OH минус ушли. Они израсходовались. И мы можем посчитать по этому уравнению, а сколько же H плюс израсходовалось на вот реакцию с этим OH минус. Ровно столько же, сколько и OH минус. OH минус у нас было 0,6х. Значит, столько же 0,6х молей H плюс израсходовалось. И знак расходования – это дельта, то есть разница. Все. Значит, у нас было ню нулевое, мы его посчитали. Вот здесь, когда умножили вот это на это, умножили на 2, это оказалось у нас равным 0,16. Отнимаем то количество молей H+, которое ушло на реакцию, и это у нас получается количество молей, оставшихся в растворе после сливания. Однако после это еще только моли, но не концентрация H+. Когда мы сливаем вот эти два стакана в один, то у нас получается один большой стакан, здесь, допустим, В кислоты, а здесь В щелочи, да, то у нас получается, что система уже состоит из объема ВК плюс В щелочи, потому что мы слили все в один. И концентрация у нас, соответственно, оставшихся водородов, это ню оставшиеся на общий объем. Общий объем – это 0,4 плюс 0,6. С точки зрения арифметики ничего не меняется, потому что сумма равна единице, и все очень хорошо получается. Так, pH, по pH мы находим, чему на самом деле равна концентрация оставшихся ионов водорода. Приравниваем и получаем 0,25. Спасибо, надеюсь, что было понятно. Если нет, спрашивайте. Постараюсь ответить.